Завершилась встреча делегации МВД Республики Абхазии Российской Федерации, проходившая в Сочи с 5 апреля текущего года. В заседании комитетов органов внутренних дел приграничных регионов приняли участие представители Министерства внутренних дел Республики Абхазия, Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу, Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике и отдела МВД России по федеральной территории «Сириус». Министр внутренних дел Абхазии, генерал-майор милиции Вальтер Бутба, обращаясь с приветственным словом к участникам встречи, отметил, что Республика Абхазия придает большое значение всестороннему взаимодействию с Российской Федерацией, а совместная работа правоохранительных ведомств двух государств, основанная на давней дружбе и взаимном доверии, приносит реальный профилактический эффект. Руководители ведомств и участники встречи обсудили вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ, пресечению противоправной деятельности лиц, занимающих криминальный статус в преступной иерархии, а также организации совместных мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде. От МВД Абхазии в рабочем совещании приняли участие первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Руслан Ажиба, заместитель министра начальник милиции общественной безопасности Беслан Чкадуа, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Астамур Пачали, его начальника управления уголовного розыска Алхас начальник управления правового обеспечения Урхан -Чеди, Начальник отдела информации общественных связей Ирина Киут, помощник министра внутренних дел Батал Агрба, начальник управления внутренних дел по Гагарскому району Денис Айба. На заседании комитетов органов внутренних дел приграничных регионов присутствовал советник президента Республики Абхазии Олег Куликов, официальным представителем МД России в Республике Абхазии Сергей Галинков, директор совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии Российской Федерации на территории Республики Абхазия Вячеслав Смирнов. 100 Стороны выразили надежду на плодотворное сотрудничество по основным вопросам, стоящим перед ведомствами. По итогам рабочего заседания руководителями делегации подписан документ, определяющий решение дальнейшего взаимодействия правоохранительных органов приграничных территорий по всем обозначенным направлениям деятельности. Добрососедство и дружба Абхазии и России укреплена давними традициями, а плодотворное сотрудничество органов внутренних дел государств обеспечивает правопорядок и благополучие наших граждан.